Здравствуйте, Арсений Селезнев, Зверобой. Значит, квочка я выселил от средних цыплят. И вот цыпленок тоже с ней, тот, что с пятнами на голове. Пятна стали более темные и уже почти сомкнулись. Теперь предстоит этого цыпленка выловить и отсадить обратно к своим мазунчика этого. Конечно, вон там мышь полезла. Я не знаю, видно или нет. Теперь я понял, как они лазят. По обратной стороне деревяшки курица увидела. И на верхнюю полку, и вообще там поверху лазит. Да. Вот, кстати, если кто заметил, вверх там полезло. И уже тут вот пробегает. Вот так. Цыпленка придется вылавливать. Потому что, ну, куры они не любят, когда кто-то мелкий там. Они сразу начинают упражняться в поколе. Поколоть кого-нибудь, подколоть клювом, да. Слез карапуз. Они или все вместе спят, или по очереди. Ну, в общем, такое дело. Ну, в общем, сейчас буду ловить. Остальные цыплята пятеро там. Арсений Селезнев, Зверобой. Вот такие вот у меня цыплята. Это уже матерый, как говорится, так близко нельзя подходить, курица начинает нервничать. Уже, как это, ну, в общем, не один раз. Уже, наверное, четвертый или пятый этот цыпленок сбегает. Так что, ну, сейчас я открыл, крышка не очень удобная. Приходится все время открывать, закрывать, и сейчас вот открыл. Так что он и выскочил. Остальные не выскакивают, сидят все нормально. Подписывайтесь на канал Арсений Селезнев, Зверобой. Смотрите обновления. Пока!